Добрый вечер, друзья, участники 20-го сезона конкурса Golden Time. Сегодня появилась возможность еще раз поговорить о тех картинах, которые мне понравились. И я выбрал и несколько десяток картин. Пришлось выбрать несколько. Для меня ближе для меня картин. Давайте начнем с первого участника Виктория Лагунова. Виктория предоставила нам две картины. Две картины я выбрал. Одна из них вот такая картина, на которой изображена собачка такая интересная. И сама порода, и все. Но здесь есть два нюанса, почему я выбрал. Смотрите, техника. Техника, гиперреализм, это очень высокий уровень художника, потому что досконально передает абсолютно все возможные и невозможные детали, которые может создать человек. Смотрите, каждая волосинка, вот все в идеале сделано. Виктория, браво. Виктория также предоставила нам вторую картину. И почему я выбрал, наверное, уже все знаете, потому что оно тоже великолепно исполнено в гиперреализме, но это черно-белая картина, а для меня это немножко как слабость. Я люблю черно-белые картины, сам рисую черно-белых и выбрал это. Потому выбрал эту картину, потому что, смотрите, каждая складка. Это безумные нервы, безумное много времени. Я уже представляю, чтобы эту картину написать. Это очень много времени, очень много терпения. И характер, смотрите, как она смотрит. Ну, сразу глаза режет. Такая, с характером. Виктория, вы молодец. Ваши две картины в моем сердце уже лежат. Давайте посмотрим следующее. Виктория тоже, Елисеева. С одним взглядом, как будто вот сдалека, когда первый раз я посмотрел, я даже не увидел, что там танцующие девочки, там пять девочек. Просто когда я посмотрел, сначала просто было как будто красивый авангард с тремя цветами. Но с тремя цветами так получилось, что когда я уже посмотрел детально, все девочки, смотрите, абсолютно. У всех разные позы танца, но в целостности одно, вся картина это одно целое. Мне оно очень понравилось, как будто я тоже участвую там в этом танце, оно, так оно пришло ко мне, ну, на мой взгляд, оно правда хорошее. Виктория, вы молодец. Давайте следующее посмотрим. Ну, Анна, здесь как бы не хотелось много говорить, здесь просто нельзя много говорить, потому что это чисто академический рисунок. Чистая графика. Здесь невозможно что-нибудь сказать против Анны, потому что это правда великолепная картина. Серьезно. Смотрите, каждый штрих, каждая деталь, каждый снежок, все видно. Композиция. Ну, не к чему придраться. Браво, Анна. И последняя из моих выбранных, Владимир Романов. Я, когда и посмотрел, и почему-то эта картина была в списке последняя. И я уже думал, что все, заканчиваю, но когда открылась эта фотография, я увидел эту девочку, у меня был какой-то стопор, потому что такой взгляд у ребенка, это не всегда увидишь и не всегда поймешь, что он хочет. Смотрите, взрослый взгляд, как будто удивленная, как будто что-то хочет спросить или сказать, доказать. Ну, само исполнение великолепное. Это мои любимые цвета, пастельные цвета. Браво, Владимир. Так что сезон 20 из всех картин, которые я пересмотрел и я выбрал, вот эти картины я и выбрал. Желаю удачи. Спасибо вам.